WorldCoin позиционирует себя как способ борьбы с ботами и фальшивыми учетными записями в интернете, сканируя радужные оболочки глаз пользователей, зарегистрированных в системе. Он ставит перед собой амбициозную задачу – стереть порошок прежний мир глобальных финансов. Иначе говоря, это платформа, позволяющая быстро переводить деньги в любую точку мира, покупать на них криптовалюты, менять и выводить удобным для всех способом. Вот вся эта большая кропотливая работа, гигантская, и очень трудоемкая, и часто, ну, на самом деле, вытаскиваешь совсем немного на выходе. Вот она может быть существенно облегчена и даже заменена на определенном этапе возможностями того, что мы называем искусственный интеллект. Но в конечном счете работа с живыми мозгами человека всегда будет требовать по многим причинам, по многим факторам, участие живых мозгов. Для ускорения глобального внедрения криптовалют новый криптоединорог, стартап, стоимость которых превышает 1 миллиард долларов, когда компания продает первые акции на бирже, планирует раздавать бесплатные монеты всем, кто сканирует глаза на устройстве под названием «Сфера», которое преобразует изображение ваших глаз в короткий числовой код. Член команды Тьяго Саада ранее сообщил, что кошелек был запущен для того, чтобы у пользователей был альтернативный кошелек, ориентированный только на простоту. Мне кажется, что, ну, во всяком случае, на нашу с вами жизнь, работы должно оказаться достаточно для того, чтобы не переживать за то, что искусственный интеллект нас вытолкнет. Но с одной оговоркой. Очевидно, что он очень многие профессии трансформирует. Планы руководства стартапа рано или поздно охватить все человечество, то есть отсканировать около 8 миллиардов пар глаз. И, конечно, такая глобальная идея вызывает опасения в стиле Большого Брата по поводу конфиденциальности пользователей. Однако пока этот футуристичный проект только в стадии реализации, все желающие могут в лайв-формате следить за попытками Альтмана, соучредителя проекта, пойти по стопам Маркса и построить настоящий цифровой коммунизм. Милена Султанова, Елизавета Газизянова, Фарид Захитоглы, Универньюз.